Прием, здорово всем, с вами Хилхерц, это у нас с вами игра, которая называется Sense of Aura. Введу отчет, 5.01.14.13, я немножко уехал от соседей, все зашибись. Короче, мы с вами остановились на том, то, что основную часть сюжетной ветки прошли, насколько я помню. Также Гаватари сказал то, что молния достаточно крута против групп противников. Ну, в принципе, давайте, наверное, все-таки одну пуху на молнию мы возьмем в любом случае. То есть мы сейчас пойдем... и купим один камешек. И после этого у нас есть еще один квест. Пепел и грязь. Travel South East. То есть SE нужно ехать. Для того, чтобы найти еще какой-то квест. И попробовать его выполнить. Насколько хорошо или нехорошо это получится, совершенно без понятия. Ну а давайте же попробуем провернуть данную манипуляцию. Кстати, если вы вдруг задумывались о приобретении какой-то новой периферии для своего ПК или консоли, то сейчас на AliExpress есть очень годные предложения. Совсем скоро распродажа, так что самое время экономить. У меня для вас есть сразу несколько промокодов, которые вы видите на экране. Для удобства все продублирую в описании. Понятное дело, что промокоды действуют на любой товар. То есть, к примеру, эти наушники по промокоду будут стоить 813 рублей. Скидка действует только для новых пользователей. Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо следующее. Перейти по ссылке в описании к ролику, затем зарегистрироваться при помощи email, затем добавить адрес доставки. После этого можно выбрать понравившиеся товары и добавить в корзину, теперь убедиться, что в корзине нет других купонов и применить промокод. Так что если вы давно уже себе что-то присмотрели, сейчас есть возможность немного сэкономить, ссылка будет в описании. Так, мадемуазель. Торговать, Гулина? Подожди, Гулина, а где же... твою за ногу молниевые камни. Я думал, у Галины будет много молниевых камней, а она меня прокинула, опустила, попустила. На самом деле обидно то, что Галина так относится к нам, ну ладно. Еще Гаватари сказал, точи пуху на кузнице, но не сильно, говорит, точи. Давайте хотя бы на плюс 2 заточим. Хотя что-то мне подсказывает, что я и куда лучше броню с оружием смогу найти. Так, улучшение оружия. Я могу свои вот эти бздюхалки бахнуть. И не могу, потому что денег нету. Ну, слишком много пыли на это уйдет. Возможно, мы сейчас отправимся в еще одно путешествие. Да, еще сейчас мы пойдем на корабль. Мне тут написали, говорит, Влад, а не хотел бы ты посмотреть управление? Я говорю, если бы я мог, я бы, конечно, посмотрел. Мы остановились на том, что данный корабль нифига не спринтит. То есть не ускоряется. Вот. Я сейчас зайду в настройки. Управление. Вот, уклонение, бег, геймпад, фейс, отличное управление. Что-нибудь понятно? Ну вот, такое управление, к сожалению. Так, South East. Давайте. Так, South East. То есть, по всей видимости, нам с вами необходимо вот либо сюда, или так, установить маркер. Ха. Подтвердить перемещение. Нет, подожди, то есть я тут был? Я сюда могу переместиться? Нет. Хорошо. Может быть, что-нибудь у нас в квесте будет написано. Travel in search of fallen priest and scripture. Священник в звездном шпиле. Пожар был потушен, избежав наказания. Церковь отправила Новей. Священная книга. Ну, по всей видимости... Ха. А знаете, что забавно? Я не знаю, где... Вот это, скорее всего, тупизгрот. Давайте попробуем переместиться, чтобы проверить. Очень неинтуитивная карта, половина закрылась. Может быть, хотя бы здесь она покажет. Но, скорее всего, это оно. Тупигрот, да? Да. Да, это оно. И давайте тогда попробуем варпнуться вот сюда. Руины какие-то, как раз таки. You must be... Что-что? Должен быть недалеко вот от этого кристалла, чтобы переместиться. Так, теперь получится. Да, великолепно. Что-то все-таки в этой игре работает. Так, мы на каком-то с вами новом месте. Вот на этих руинах. Но я тут не был. Вопрос в том, это ли квест? Или не это квест? Игра пока что никаких обновлений не получала. К счастью ли, к сожалению ли. Но факт остается фактом. Так, отлично. Это штука для улучшения пухи. Это всегда нужный ресурс. Мадемуазель с огромными дубиночками. Надеюсь, ты мадемуазель. Так, ничего себе. Последний рыцарь по велению семерых мы встретились с самым забытым богиней мести. Меня зовут Дантея, я искупительница, присланная сюда из церкви Лисис. Как один вершитель правосудия другого, предупреждаю вас, будьте осторожны, пребывая на проклятой почве Хервела.
Леди Хервелла выгнала шайку расхитителей могил из нор. Теперь она занята крайне жестокой охотой. Однако как раз еще одного из этих воров, опаленного грехом, я несу ему избавление, так ему необходимо, если бы только леди позволила мне исполнить мой священный долг. Здесь, на севере Тамалеля, последний рыцарь имеет больше власти, чем длань церкви. Вы можете пройти там, где не могу я. Почтенный рыцарь, я прошу вас найти этого грешника, чтобы я поскорее могла убраться из этого богомерзкого места. Да благословит она вас на вашем пути. Вор, которого я ищу, зовется просто Обожженный. Ищите расхитителей, которых еще не настиг клинок леди, и попытайтесь выследить Обожженного. Если вы преуспеете, церковь узнает о своем союзнике среди рыцарей и достойно наградит вас. Великолепно. Новое задание окутано грехом. Найдите Обожженного на Хервеле. Название, конечно, у этой локации херовенькое. Но какое есть. Давайте будем честны. Слушайте, здесь столько всяких развилок, офигеть просто. Можно пойти в одно место, можно пойти в другое место. Хорошее место для рыбалки. Подходящая удочка. А, так это уже работяги на меня быкают, ничего себе. Так, ну слушайте, они достаточно большие в плане хп. Так, сейчас я на минутку прервусь и скоро продолжим. Так, не знаю, хорошо ли, плохо ли, но прошло. Хрен ли он времени? Я уже успел покормить котю. Он очень это оценил. Так, давайте потихоньку, помаленьку пытаться разваливать этих фраеров. Ну, слушайте, вот тут очень красиво и стильно все выглядит. Осталось разобраться, что же эти работяги скрывали. Я думаю, сначала со всеми разберусь. Мне по-хорошему сразу со всеми NPC поговорить, чтобы все возможные квесты взять в начале этой локации. Давайте глянем, что у нас тут есть. Так теперь сидеть неудобно. Серьезно, руны доспехов? Я думал, тут что-нибудь невероятное будет. Ха. Тут место выглядит очень необычным. О, плюс ништяк, это плюс еще вторая уже из этой локации. Шагонь! Что такое, собаки? Наруто Ябузумаки. Что кто? Ух, нихера себе. Окей, лучше понять это раньше, чем позже. Жесткий противник, однако. Долбит нормально. Сейчас придется по-любому в это место идти, дабы вернуть душу. Но одним глазком глянем, что вот здесь у нас. Почему опять лут лежит? Это работяги? Что-то злые какие-то. Это прям реально как будто люди. Работяги, вы чего? Подожди, как хиляться? А подожди, я хиляться не помню как. Петушня кудлатая. Найду тебя, уничтожу. Отлично, конечно же. Конечно же, ничего не сработает. Так, окей. Вот это лут или что это? Очень долго их тела. Распадаются, разлагаются неприятно. За спину зайду. Думаю, успею бэкнуть, но не успел. Угу. Здесь вообще какая-то очень непонятная архитектура, если хотите. Слушайте, я что-то боюсь этого. Есть вероятность, что я могу душу оставить. Пусть мои кинжалы сделают все за меня. Ауф. Так, здесь вот эти работяги, которые взрывоопаснее. Что с ними делать-то? Он просто бахнет в какой-то момент или как? Я же жму, дядя, а ты шо? Управление говна. А, не бей, пожалуйста. Пощади меня, пипяка. А, они, наверное, после того, как их почти убил, взрываются. Я очень в это думаю, верю в это. А вот сейчас не стали взрываться, хрен их знает, с чем это связано, если честно. И сейчас прям очень красиво мы их развалили. Что немаловажно, очень эффективно. Да и эффектно. Стоит, пожалуй, тоже отметить. У нас еще вот тут часть локации есть. Здесь у нас крепкие вермуты, немножко пыли древесной. И возможность пойти сюда была. Лол, а что это за место? Господи. Вообще бы карта не помешала, вот врать не буду. Кодекс. Давай почитаем ваш кодекс. Плюс чертеж. Ваши атаки уменьшают броню цели на... А, это типа часть экипировки была. Типа того. А, ну здесь, короче, работяги везде живут, я понял.
Но они всегда еще меня перебить успевают. Слушай, какая псина. С этими, короче, нужно быть особенно осторожными. Максимально неприятные псы. Они, видишь, еще пытаются бить меня в ответ. Блин, ты глянь, какая жопа лебяжья. Не нравится мне с ними драться. Но вариантов-то особых нет. Вплоть до того, что возвращаться. Ты глянь, какой пес. Из-за угла стоит. Да я знаю, что ты петух. И делаешь свои кривые атаки. Так. Там мы были. Окей. Здесь лютые FPS-дропы происходят. С чем это связано? Опять же, мини неведомо. Мне ведомо, как получать урон. Это я, здорово, Владос зовут. Мансануть, Джонни, мать твою. Кинуть, чтобы все там само поразбиралось. Две обычно так и делал. Сейчас решил одну. Это что такое? In training man, ты дышь. Халилюя. Слушайте, ну тут прям очень душно. Да, архитектуру что ли? Анрлондские вайбы навевает, если позволите. Scripture of Lysis. Но я не нашел, куда это продавать, отдавать. Да, и надо было, наверное, броньку заулучшать. Я, вы знаете, лучше вернусь в самое начало. Бахну себе колокольчиков. Ну, потому что вы сами видите, что количество ХП нас удручает. Еще было бы очень здорово, если бы игра попыталась объяснить мне, как количество ХП увеличить. Ну, исцелялок. Прям серьезно, я был бы очень рад. Но игра почему-то совершенно не хочет этим озабачиваться. Говорит, Владос, тоби надо, тоби делай. Я тут, говорит, умываю свои руки. Еще нам нужна удочка. Давайте сохранимся. И звучит как план. Немножко стало ярче, все красивее. Сотовые хороняки, конечно, восстали, но не беда. Я думаю, мы сейчас все заспидруним профессионально. Так, стоп, а как сюда? Кудлатого мансим. Так, нам надо вон туда. Ша! Прыжок, джамп, Вася, делай джамп. Беги как Лола. Ну или Форест Гамп. А шо ты своими когтями сюда, сутулами? Огонь! Комары боятся огня. Меня не взять. Так, осторожно, главное не запутаться. Тот, кто не путается, тот не запутается. Сюда. Надо было молнию оставить, все-таки мне в попу бьют. Не люблю, когда меня бьют сзади. Так... А, вы живой? А, леди Хервилла. Эта женщина осматривает могилы с нарастающим недоверием, как будто с последнего подсчета надгробий стало слишком много или слишком мало. Вокруг нее невесть откуда моросит мелкий дождь, барабанная дробь, капель, а ее доспехи режет слух, идя вразрез с ее бормотанием. Где он это нашел? Где? Украл? Ну я не знаю откуда, есть только одно место, мой дом. Он сознается, я позабочусь, чтобы он все рассказал. Ты, рыцарь, может тебе и дозволено ходить по улицам Хервилла, но у тебя нет права на могилу. Ни к чему не прикасайся, оставь тела в покое. Фига какая. Скакучая. Бубища. Ах ты пёс вонючий. Ну ты и мразь, конечно. Просто всрал две хилки из нифига. Потому что он петух кудлатый. Ой, как удачно там, мам родная. Атаки после переката нет, я совершенно забыл. Ну ничего. Так, это статуя Хервилла. Тут покоится юный трус, лорд Филмонт из Хервилла. Прятался на самом верху замка, пока наша крепость не пала. Да не дадут ему покоя его мертвые подчиненные. Грозовой, ву! Можно отойти, пожалуйста, уважаемое управление? Всратая на все бабки. Да. Что у нас теперь? Молния! Мощность, уверенность. Это лут. Варево. Сюда... Музыка прям трогательная. Ледяной. Magic Stone. Не знаю, зачем эта статуя, с ней никак нельзя взаимодействовать. Просто можно прочесть о ней что-то. Воу-воу-воу, дядя, полегче. Куда бежишь? Уверенный такой. Ой, молния вообще MVP этого матча, серьезно. Молния очень хороша. Но прям на все бабки ауешит. Кто-нибудь видел, сколько денег было? Эй, я? Нет. Мы продолжаем наше замечательное приключение по пескам Ауры. Я, к сожалению, еще раз забыл, куда мы шли. Но по-хорошему бы... Блин, слушайте. Может быть, попробовать от блока играть?
И там мужик какой-то. То есть я первым делом начинаю несколько атак. И потом делаю блок. Что-то он как будто сломался, блок. Вот он типа даже станок поимел. Ну ты петух, ну то ты две атаки делаешь, что-то одну. Ну ты просто не человек. Давайте попробуем души забрать. Что-то мне подсказывает, что я смогу заспидрунить. И меня не... Нихера себе. Не хотел сказать, никто не заметит, но меня сейчас натягивают. Шеф, натягивают, шеф. А, пошло оно все в жопу. Все равно прокачиваться не собирался, давайте будем честны. Да, жалко этого добряка. То вроде бы все alright, все более-менее, то потом начинает душить игра. Давайте хотя бы в одну сторону до упора добежим. В надежде на то, что что-то хорошее получится. Куда ты кидаешь, петушильный? Вот сейчас он 100% должен был попадать, но не попал. Как я и сказал, хочу хотя бы в одну сторону до упора добежать, чтобы посмотреть, что там будет. С этими я драться не буду, ну и в жопень. Так, а тут тупик. Оу, щит, мэн, гаддем. О, нет, стоп, не тупик. Быстрее, 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 быстрее. Как же долго она пересаживается, вы это видели? Так, здесь какая-то настойка, настойка чемпиона. Угу. А, хочу ли я еще раз попробовать испытать удачу? Вы знаете, наверное, нет, но да. Конечно же, получаю урон. Ах, осторожно, больно в ноге. Не, ну... Серьезно, разрабы, ну а что вы не сделали? Возможность падать не получаю урон. Фу, я-то думал, тут что-то дельное, тут залупивка, как всегда. Ну ладно. Далее и на том хорошо. Здесь даже урон не получил, видимо, слишком сильно падал вниз, тяжелый стал. Ну да ладно, разберемся. Очень необычно, первый раз, наверное, такое вижу, что после того, как ты на лестнице добрался до самой верхней точки, тебе еще необходимо как бы слезть, спешиться. Вот прям честно, я такое не припомню такого. Оу, щит, мэн, гаддэм, ты шо? Господи, какое же отложенное управление, мать моя. Йоу, собаки, ну, может как-нибудь разберемся? Не, управление адекватно, говна. Я прям даже не знаю, что делать. Ну, смотри, они душат. Душат просто как не в себя. И яд ни хрена не дамажит. И врут календари. А если я прям с этих штучек встану? Дядь, не бей. Ну, просто... Ну, чтобы вы понимали, управление очень как будто в киселе. То есть ты делаешь одно, игра такая, ага, сейчас, ага, да-да-да-да-да-да. А, вот, и выполняет мою команду. То есть от того момента, как я послал input, до того момента, как игра соизволит что-то сделать, проходит настолько падло долго времени, что просто прям говна можно наесться, целую лопату съесть, говна навернуть. Вот честное слово, я вам никогда не вру. Вот это основная претензия к игре. Так, здесь у нас будет короткий путь. Do you know the way? Ну давайте хотя бы в одну сторону попробуем отправиться. Либо мы сейчас... Осквернитель могил, это он. Я совсем не горжусь этим, не, но насытившись с вами, они не тронут меня. Расхититель могил берет лопату и громко стучит ею по латунной решетке ворот. Он словно звонит в обеденный колокольчик, призывая порождение ада поблизости. Ну-ка все сюда, кушать подлинно, твари вы эдакие. Теперь все эти собаки будут на меня нападать. Опа, давай сюда. Кучка, это хорошо. Жух. Отлично. А могу ли я как-то открыть? Лол, я достаю его. Да ты попустись, никчемный, ты шо? У него хилка есть, да, походу? О, дугля какой. Ну, подходи. Ладно, он застал. Видимо, нам в любом случае придется искать обходной путь. И мы его найдем. Не всегда понимаю, когда он начинает бить, и когда не начинаю. Вот сейчас вот просто на пол локации ударил и попал. И ведь попал, и ведь хрен ему что скажешь. Ну вот адекватно так, если. Опа, ты смотри, дурачок сам ко мне путь нашел. Братишка, ну ты же понимаешь, что...
Я думаю, мы квест уже выполнили, если честно. Или это не он нам нужен был? Потому что, по-моему, мы сделали то, что нам нужно было. Зарядить надо пуху. Так, все звучит как план. Хотя нам какой-то осквернитель или опалитель нужен был. Или вообще фиг его знает, кто нам был нужен. Лол, я его толкать могу этим щитом, что ли? Выходит, что так. Выглядит достаточно необычно. Ой, вот играю от щита. Ну, вы сами могли сейчас заметить то, что я пытался играть от щита. Но к чему мы пришли? К тому, что персонаж просто стоит. Ну, видимо, какой-то эффект станлок на меня наложился, что ли. Ну, просто кала не упро... Не, блин, надо было рефандить. Честно, вот мое мнение, надо было рефандить этот кал, потому что все-таки настолько, не знаю, криво отбаланшенной игры давно не встречалось. Обидно, печально. Ну, куда деваться уже, как бы. Деньги уплочены, играй, мальчик. Здесь тупик, насколько я могу помнить. То есть вы хотите намекнуть, что мне в любом случае идти через правую часть? Ну он даже близко не попал, ну почему так? Етить тебя за ногу, кудлатая залупень. Да нихера она не станлочит, это молния бассанская. Да ты просто рофлишь. Да давай, сики-сики, сутулых. Мы на всех развалили. Или еще остался абассанский рыцарь. Че, исцеление делает? Вот это ты, конечно, петух. Каких еще поискать, братишка? Просто станлок на 3 года вперед. Записывайте. Руна здоровья. Ага. Сейчас-то она поможет, как никогда. О, да, о, да. О, да, о, да. Сейчас, наверное, немножко накопим. Я потом поеду на начальную локацию улучшать себе броню. Потому что это смешно. Улучшать броню и улучшать себе оружие. Крафтить в первую очередь. Потом еще улучшать. Ну это правда, это прям смешной урон. Ну конечно же, подумай, что я стрейфил. Обходил его. Не, он всегда попадает. Так, коньяк Крега. Ну давай посмотрим. Огненный. Слушайте, это походу большие камни. Would I could use this? Гильда. Ага, это значит для бафов нам. Морозный. 2 секунды. О, да, слушайте, это действительно более большие, более крупные камни, которые, по всей видимости, имеют куда больший эффект, нежели свои меньшие собратья. Сейчас самая большая беда в том, понять бы, куда идти. Потому что я категорически забыл, заблудился. Я думаю, в любом случае, рано или поздно мы найдем финального нашего мужчину, которого нам нужно одолеть, победить, превозмочь. Вот здесь где-то там был еще... Ну, конечно, я просто в анимации нахожусь, а эта мразина берет и ломает меня. Тварь никчемная. Просто по приколу, братан, я тебя ударю, окей. Управление говняшек завязали сюда. Причем вроде даже привыкнуть к этому особо невозможно. Вот сейчас он 3 атаки сделал. А мог и не сделать. Молния обычно станлочит. А сейчас не застан... Ой. Запахло говной. Управление 0. Если потом еще кто-то мне в комментариях напишет, да Владос, это просто ты кривой. Да поиграйте в этот кал, это невозможно играть адекватно. Оно просто не управляется, вообще 0. 0 вариантов управлений. Где души мои, дрянь? Надо бы запомнить, где мои души были. Я смог запрыгнуть? По
По-моему, нет. Насколько я могу помнить. Ладно. Не очень-то, как говорится, и хотелось. Где-то здесь должны быть души. Да. Это они. Давайте хоть куда-нибудь сходим, попробуем. Ну, сука, ну как ты дотягиваешься, мразь ты никчемная. Ну, это ж просто немыслимо. Ну, вы где-нибудь еще более всратое управление видели? Просто ноль шансов адекватно играть в эту игру. Ноль шансов, ниже нуля. Более долгих анимаций, ну нигде нет. Даже гений Хидетака Миядзакович Dark Souls Witch не делал такого дерьма. Ладно, я не горю, я не горю. Игра нормально работала, пока у меня были левые противники, которых можно было забороть одной левой. Как только более-менее маломальски мощные противники начинают попадаться, все. Игра перестает нормально работать. Ну почему? Ну просто по приколу, блин. Ладос, а что ты в игру хотел играть? Да забей. Вот тебе лопата с говном. Ты же любишь. В принципе, все для тебя. Ну, хоть куда-нибудь мы точно сможем дойти. На кой фиг мне эти соки залупатора? Соки джиггернаута? Ну, хорошо, еще короткая дорога. Сейчас бы еще вспомнить, куда она ведет. И зачем она нужна. Мари, летит комара? Комара-бассанец. Поджидать меня будет. Вот в чем проблема? В чем вот тут пройти нельзя? Ну просто так, мы с пацанами делали игру и что-то вот обосрались, Владос. Ну сорян, бывает. Хы. Так, тот самый сундук. О, еще один сундук. Ну ладно. Ладно, ладно, игра, задабриваешь меня ништяками. Хорошо. Плащ кавалера. Ля, какой важный. Курица сюда. Так. Масимура сюда, да. Так, броня 13-15. То же самое, бонусы. Поднятие валюты, ваш урон увеличивается на 5%. Ну, честно говоря, кал. Просто чисто выглядит очень сексуально. Почему бы и нет? Сила молнии, вызываю тебя. Опустил. Открываем сундук. Сундука, шляпа кавалера. У меня сейчас что-то явно хорошее есть. Я потом, наверное, буду выбирать броньку. Сюда, по всей видимости, нет смысла бежать. Вообще, наверное, за спидруним бы началом. Чуть не сдох персонаж у меня. Но не беда, но не беда. Сколько душ. Может быть, вообще слетать и посмотреть, что мы сможем улучшить на данные сбережения. Мне кажется, врать не буду, звучит как план. Что вариантов у нас особых сейчас нет. Пуху нам точить надо. Сейчас еще что-нибудь проточим. Создадим легендарное оружие. Нам, пожалуйста, на... Вот сюда, по всей видимости. Возможно, даже огненный камень воткнем. Почему нет? Так, давай глядеть, что у нас по броне. У нас сейчас кочевника, исцеляющие колокольчики. Исцеляющие колокольчики. У нас все на кочевнике. А... Кто? Он вообще без бонуса. Понял. Инвентарь тоже сделан, извините меня, из говна и палок. Вообще никакой структуризации, просто кусок всего, что вот мы смогли найти. Вот шанс избежать атаки на самом деле очень годная тема. Если честно, я бы, наверное, все надел на избегание атаки. И у нас уже 2-5% шанс избежать атаки. И если у меня есть еще часть брони, то есть перчатки колокольщика и шлем колокольщика нам нужен. Но вот беда в том, а нашел ли я его? Брюки... Волшебника. Нет, нифига. Кавалера. Тогда мы вернем перчатки кочевника, чтобы исцеляющие колокольчики меня лучше лечили. У нас руна скорости атаки и руна скорости атаки. Что еще у нас есть по рунам? У нас есть критический урон. Я не так часто бью критами. Потом у нас есть руна особой атаки. Особой атаки. Я не знаю, что это такое, но давайте возьмем, воткнем сюда. И еще у нас есть руна, допустим, пробивание брони, не знаю, давайте попробуем, вдруг там есть бронированные персонажи, почему нет. Вот, и второе, что я хочу сделать, это создать пуху новую. Мы уже вроде бы настолько, насколько смогли, преисполнились в определенных ништячках.
Создать. Так, мне нужна Dual Wield. Затем кодекс. Вот, наконец, уменьшает броню цели на 50% от урона. Вот, давайте, наконец-то, рукоятка. Поглощение силы. Вы наносите дополнительно 8% урона. Не уверен. Отравитель. Каждый в течение вплоть до 3 раз. Не знаю. Атаки наносят от минус 50 до плюс 75. Это очень легендарно, но... Ну, всрать кодекс? Блин, честно говоря, не хотелось бы. Топор, критический урон. Производимую порчу, атаки наносят. Блин, вот это, конечно, прикольно. Скорость атаки уменьшена. Может быть, и тема. Просто критический, порчу. Я думаю, мне не повезет, если честно. Уменьшает броню цели. Ух. Блин. Или все-таки рискнуть? Яд. 15% урон оружия. Ну, это смешно. Мусор. Мусорная рукоятка. Ну, наверное, давайте такую ядовитую. Вот так сделаем. Так. Ковать. Кую. Куя. Получилось хорошо. Теперь мы эту штуку друг уберем. Так, 10-11. Мы ставим на первый слот. Ой-ой-ой, какие экскалибурные кинжалы. Ты только посмотри. Теперь используем кузню. Теперь улучшение доспехов, брони. Вот эти вот штуки-дрюки. Мне косарь, мать его, нужно. Етить это жестко. А тут еще уровень камней. Да, ледяной камень. Увеличивает радиус атаки. Пораженные обожжены. Срабатывание. Просто так. Уклонение стены огня. Блок. После вас распространяется волна пламени. На 3 секунды. Ну, блин, прикольно, конечно. Радиус атаки. Я, наверное, возьму огонь. Просто потому, что это круто. И теперь нам нужно еще косарь нафармить. А сколько нужно для улучшения брони? Допустим, сет колокольчика. Что, охренеть, это дорого. Ну, наверное, хотя бы так. Вот. И я не знаю, сколько у нас видос пишется. Давайте я сейчас гляну, посмотрим, что мы будем делать дальше. Ну, вы знаете, в общем-то, уже и дохрена времени прошло, так что это все остальное мы оставим на следующую серию. А в этом, на этом данный видос мы закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Возможно, еще как вариант, что мы приплыли не в ту часть карты. Как вариант. Можно еще будет поплавать. Но есть чем позаниматься в этой игре, так что будем исследовать. Премного еще раз всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Как-то так, всем добра. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.